У скважины Р-63 многолюдно. Специалисты департамента ЖКХ вышли на уборку территории. Мы с коллегами ежегодно и не по разу в год участвуем в общегородских субботниках. Никогда не отлыниваем, всегда с удовольствием надеваем перчатки, удобную обувь, кроссовки, джинсы и выходим на уборку, потому что мы неравнодушные жители нашего города. Упаковки от еды, пустые банки и бутылки. Основная часть мусора – это то, что оставили горожане после отдыха на природе. Действительно, если с собой прибирать, уносить, даже в мешочек рядом с домом, в контейнер площадке доставить. Действительно, мы победим эту проблему засорения. Общегородские субботники в Нефтеюганске – это уже добрая традиция. Однако назначить дату уборки на выходной день не всегда получается. Специалисты ориентируются на погодные условия. В этом году, значит, весна нас не радует, у нас резко меняется температурный режим. Поэтому в соответствии с постановлением определены даты. Это и май, и июнь, и август месяц, и сентябрь. Но также и указано, что возможна корректировка. В этот раз сотрудники разных департаментов администрации города наводили порядок в районе Голубого озера Акопаса в 11-м микрорайоне на территории нового аэропорта. Все, кто не смог принять участие в субботнике, но желают, смогут это сделать уже 6 июня. Информация с местами дислокации будет размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Экология». Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».